Попытка побега из колонии всегда ЧП для МВД и топ-новость дня для СМИ, телевидения, социальных сетей, интернета. Именно такой новостью стал неудавшийся побег с помощью вертолета в колонии усиленного режима ИТК номер 49 в Кировоградской области Украины, где двое осужденных пытались совершить побег. Передает информационное агентство Украины ОНН, который рассказал, что сегодня, 16 марта, небольшой частный вертолет приземлился на территории колонии номер 49. Обоих осужденных колонии, а также тех, кто пытался им помочь в побеге с территории заключения, задержали сотрудники колонии номер 49, передает сайт украинского информагентства.